Кого тебе удобно будет хилить, так и распределяй. Так, я в шестого, да? Да, в шестого хила обязательно. Кова, ты в черепе стоишь? Лёг ты в трусах тогда и воет в кресте. По хилам тоже распределяй. Сейчас. Я просто спекаюсь, не успеваю. Так, хилы, я на кавате, Денчик, ты на кресте. Ну, соответственно, все остальные. Ну, давай, Настя, тогда ты, Грей, ты особенно на Лёхе тогда посиди индивидуально. Друиды на танках и на рейде с Япончика. Лёха в трусах будет. Про этот вопросы не забываем, первый. Там он рыба стоит, кушайте, кто не поел еще. Сапроты не забываем. И нера, друиды. Хилов должна всегда быть мана. Это стоп. Милики, смотрите, будем, когда шамана задолбим, будет появляться тотем. Ваша основная задача сбить тотем. Ну, смотрите, если будет каст... Короче, у меня ДБМа нет, я вам эту тему спронусить не смогу в этом... Инсте. Фишка в том, то, что первый каст прождите, каст пройдет, идите бейте свободно. Там у них разница в 10 секунд. Для милика зелье свободы действий помогает на первом. Смотри, Настя, вот тут вообще тебе будет прям самое то, вот где я прыгаю. Просто, просто и от ветерков сможешь отбегать и прям... Что, все готовы? Сейчас шкаф погоди. Не ставят, лоб, загружающий. Надо суммонить ДК. Еще одна просьба небольшая будет, друиды. За Денчиком приглядывайте. Так, рыбу затыкали. На, Войт, я тебе поставлю, как появишься у порта. Я чё, крест? Войд крест. Приботы на армор не забудь пить. Угу. Когда тотем появится именно. СС лучше повысить. Все готовы, а чё даю? Кават начинает. Каску дайте хоть и пристабав и лапу. Все давал пристава. Нет. И каску еще. Япончику ману залейте, он ноль был.
Кого, друг? О. Погнали шамана, Локи замедло кассу. Вот это прям. Череп поставил. РД по боссу, милики по трэшу. Ревность. Кончик гимноман. Отдавал уже. Инера там есть какой-то свободный? Кто бы Эрна, чтобы знать? Сукал. БР еще три штуки. Жену НБР не Денчик. Инера по возможности. Все инеры в КД у Зукала через 10 секунд. У Денчика вольешь. Жена по япончику.
Пончик, есть что скастовать? 2 минуты. Вон у Норсии 5 секунд. Она сама хилку себе заливает. Фловая мат. Тогда пусть похила. Карина в танка. Я в хиле остался. Лок, чтобы после праздников у тебя Т5 было открыто, слышишь? Фарми, да, голду, я хуй знаю, чё делай. ЕП тебе не хватит. Только не вздумай дестриков Т5 делать. Так. Ну, их ещё может пофиксит. Миша, я из-за тебя сейчас сопьюсь. Ненавижу тебя. Что тебе еще надо, Ишмата? Поезд ЦЛК. 2 шмотки из Джайн, нет, 3 шмотки из Джайн команды. Тиксант и любая другая РДД-3-ня. Ну, долгоног в идеале, но я не думаю, что я буду. Ну, тогда чешка РДД. Чешка куда пизжи? Я купил бы уже давно бы себе там 150 тысяч голды. Да, чешка у тебя нормально. Если менять, то сейчас гонил, будешь долгоно. У меня 50 тысяч голды, и нам тут говорят, что у нас на Т5.2 надо еще по 3 воронки на каждую шмотку. Как ты думаешь, на что ее? По сколько воронок лутал, блин, за ОБР? Миш, я все воронки, которые я лутал, пошли на хила, понимаешь? Я ни одну воронку на нормальный успех не потратил. Только на успех. Хуйню воронки тратит. То есть хил в Т5 тебя не устраивает, да? Настя, ты только что сейчас всех своих персов плохими назвал, да? Я? У нас перекур... Это Миша сказал. Перед Марагримом? Нет, дальше идем. Какой курить, нахуй? Вы АФКшите только каждые 2 секунды. Перед ядросом покурить.
Нет, Настя, я не это имел. Полтора часа собирались, и я имею в виду нормальный спек, это мы. Извиняюсь. Так скажи, что хил это ненормальный спек, мы все поняли. Ну блин, я ДДшник, для меня хил, точнее спек это хила, это не нормально. В смысле, мне спектр подсылает, поправочка. Воронки падают? И ничего не падает. Две буешки выпало, и карта нахуй, и всего, что можно. Я ж говорю, дропнули, суки. Эти карты вообще продаются, кстати? Да. Ну, держу. Их, в какой? Принципе, их не покупают, но не для ярмарки. Я знаю, что для ярмарки. Вопрос, нет, какой цены в конце. Все воронки только лока падают в основном. Да они даже и вока перестали падать. Да не, еще падают, более-менее на падают. То есть хотя бы по 4 стрэша падают. Ну вот нам 2 выпало. Потом я разговаривал с Вагой, выходили на следующий день первым статиком. Вам 6 выпало, он сказал. Перед этим мы взвесили нам хуичо вообще выпало. Взвеси, ни одной. Я Вайшу не считаю, с нее хоть как лук падает. У нас одна падала здесь. Дропнули мудаки, сука, лук. Дропнули. Ну это с Вайши? Не, страш перед Вайшей, помнишь? Ну, перед самой вашей он обычно дропался там в нормальных количествах. Выйдет за мной. Ребят, я вас отхилить лично. Сейчас мы поднимите, как, или вас спустить? Не могу внизу. Босс, он крутит. Кажется, босс может не пьет. Видите, трешка сорастит, уже входит. Что там делать? Не может не переть уже третий рейд. Я сейчас тебе говорю, как, блядь, я мага 10% дизарма, я поймал... Зачем вы два танка танчите одного моба? Можно? 0,1 секунда, бля, танк. Что тут не факт. А Карина? Пришел тоже. Бля, из последних сил писюна прохилил. Помянем. Миш, я понял, для чего нам в Т5 бомбочка. Чтобы вот в один трэш закинуть бомбочку, а бить другого моба. А что, она перекидывается, да? Да, если очень близко мобы стоят рядышком. Этот паладин, который на замене, тебе нужен этот? Просто Кирс, если бы у нее был радиус метров 15, еще бы я понял, а вот он радиус 5. Босс, ну, знаешь, когда трэш вот так вот сводят, то в принципе пойдет. Ну, типа, не супер круто, конечно, но более. Нужнее сейчас босс, это называется босс. Лич, тебе нужен этот босс? Да лучше давай я уступлю. Ай, тут миликов больше, да, да, да. Миликов, да. Миликами лучше, чем РДДшник. Да, я даже хуй знаю. Кому из РДД тут не нужен босс? Мне. Мне вообще весь инст не нужен, кроме одного. Ну посидишь на замене, я рэд какой возьму. Куда, черт не будет, я. Ну ты там сейчас и умер. Почему вот волнолов шаман может кидать это спокойствие друидовское, а обычный шаман не может?
что за читы? У него Т6. Настя, я не могу этот рецепт найти. Тут ничего нет, где ты прыгаешь. Дискон? Нет. Все там сагрезено. У меня не показывает, что в этом моде что-то есть, если докладываешь. Блин, почему я с пушками херю танк? Лёх, ты на боссе? Да вон Войт есть на боссе станет. Лояка, Лаки, Арцемена, трэш. Не забудьте Пала присмотреть. Ты в хиле, если что, даёшься. Я знаю. Я хилю. Где Пухан сдох, что-то найти. А, вспомнил. Ща, Пухан, бегу. Можно каску помогу? Сейчас убьете босса, пойдете курить. Поставьте шкаф, пожалуйста. Все готово. Япончик, Миш, Пухан. Пухан, Миш. Миша не здесь. Все, все здесь. Короче, этот. Вот ты на боссе. Артемия первая забирает. Калат второй. Все, поехали. По готовности, блядь. Алло, короче, во фрейм босса вставай. Старайся чуть-чуть его уешь, но в основном бить босса.
Зера и бурстен. Когда попадешь в пузырь, беги к нам назад. Стой. Набирай пока огро. Наберешь люди. Вот, сайрин еще одного молота, стой стаки накапливаешь, ты ждешь, чтобы ловить, ловить. Ну, мопчика мы сейчас забери, пускай стаки их на этот таунт. Пускай стаки набирают. Чё, где? Шесть. Вот ты ещё хочешь. Есть. Ладно, пускай набирают, я не тебя порву. Сейчас Агро наберет и уйдет. Ты же еще там подводи пойти. Еще словишь, получается, два пака следующих. Ну все, бегать по земле на водопад. Ауди Берри. Ну Берри, да. Вата прохиливается. Еще машет все. Нахер рейтинг. Да где вы дохнете вообще от чего? А настакивают хуйню, короче, и это недоби убивают. Кто на этом? А вот опять. Кого-то прохилить в первую очередь. Вроде там особо урона нет. Но подбежаю быстрее, что хилили. Давай, ты все освободился, видимо. У меня уже своих дела. Остановись. Еще следующий так ловить.
фокусировать артиллерию. Не положить там. Появится эта вся хуйня, это не теперь это. Добивайте босс. 13 лямов. Япончик, гейм есть? Нету. Дайте диспейл. Это... Кова ты в оглушении тебя мобы сварит. Даже босса прибил. Плащ неплохой. Силовой. Все, кто там жаждет курить, у вас есть 4 минуты покурить. Лёв, дай 5. Там просто... Типа, короче, с избы выходить. Ну окей, 5. Раз, пока я бегу до трэш. Кто не курит и не пошел курить, трэш будет. Настя у нас не курит, так что будет. Сюда. Денчик тут. Не здесь. Не здесь?
Керс, ты на Гидроса в любом случае заходишь. Ну, окей. Суммоните, пожалуйста. Сейчас. Суммоните. Пока трешчик. Паразитами. Вы можете все бить. Так, тут пак заливать будем? Да нет, зачем? Суманите сейчас всех сначала, а потом уже пойдем того, кому бить. Ниша, это чё?
Ну, сзади трэш бейте. Тут не надо, сказали. А и выйдет, как мы будем? Теперь глаза убьем. А, ну ладно, хуйся. Ну, не знаю, опять не сказал, не надо. А вдруг там воронка лежит? Во-во. Ну, пока ничего не делаем, давайте убьем. Почему уже все здесь? Почему мы ничего не делаем? Жители... Старик, объясни тактику локу. Сейчас поставлю эти метки. Лок, ты тут? Да. Делится пати. Вот где крест и ромб. Сейчас я вас поделю. Между собой держите ренджу, будет кидаться на вас такой дебаф. Он будет вас в шар превращать и будет ауешить. Так что друг друга ренджу держите. Первая фаза. Несмотря на туда, куда я тебя распределю. Стоишь, дамажишь босса под герой фулл дамаг. Когда скажет, что третий стак, или вообще увидишь, что босс ведется от синей метки к зеленой, прекращаешь дамажить, ждешь появления мобов. Как появились мобы, начинаешь дамажить по боссу. И все в это время смотришь за агро. Также сливаешь... Сейчас, я телефон звонит. Также сливаешь мобов. Основная задача — это бить босса, но при этом... Не знаю, как у вас у локов есть, там ОУЕ нету. Нету нахуй, значит точечно потыкивай иногда мобов. Фишка в чем? Здесь надо дать набрать агро. Вот когда он будет от метки к метке идти, это танку, он агро спустится. При появлении мобов надо, чтобы танки дополнительные сагрили это мобов и увели под босса. То есть конкретно следи на трэше за агро во время всего боя. Все, и фраза одно и то же все будет. Зеленый он побежит в синюю. Появятся мобы синие в зеленую. Все то же самое. Чек на ФК, распределю кто куда. Так, холик. На. Войди. Войд будет танчить босса. Я на Карине. Бля, ребят, сорян. Настя на Лёхе. Остальные помогают. Два хила. Левая, правая. Первая группа. А, это милики, да? Милики, милики. Никитос, ромб. Локи, крест. Розелина, ромб. Женуэн, ромб, Зукал, крест. Пахилан, Настя, крест, я ромб. Денчик, сам там бегай. Япончик, крест, Нарцея, ромб. Беладон, крест. Ждем Люху и погнали. Войд, у тебя же стаки сами показываются, если я не ошибаюсь. Четыре танка. Четыре, да? Пам-пара-па-пам. Кават, 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 кават. Давай, в ретрик. Или погоди, ну... Блять, а у тебя хил что ли или чё? Ретрикс. Сейчас погоди. А чё, ДК труднее собирать, раз, да?
А тут нет выбора. 2 ДК нету, ДД спека. Если только Карину в хило, меня в ДД. Сейчас Лёха придет.